Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю прослушать увлекательную историю про пятерых мышат, которые решили построить себе дом. А придумала и нарисовала ее японская художница Чесада Ташира. Мышкин дом. И для начала давайте познакомимся с героями этой истории. Гуре – любопытный мышонок, любит приключения, понятия не имеет, где его второй голубой носок. Любит арахис больше всего на свете. Чиби – самый младший мышонок, верный и правдивый, никогда не расстается со своим зеленым браслетом. Любит рисовать и играть. Тара – задумчивый мышонок, всегда носит желтый шарф. Собирает разные вещи, например, пуговицы и стеклянные шарики. Любит печенье. Кура – мышонок с узелком на хвосте. Изобретатель, мастер на все руки, практичный. Любит шутки и жалости, всегда не прочь вздремнуть. Шира – очень заботливая мышка, осторожная, иногда чуть-чуть суетливая. Любит цветные безделушки. В подвале очень старого дома жили пятеро мышат. Каждый вечер они собирались вместе, чтобы обсудить новости. «В нашем доме появились два новых кота», – доложил как-то Тара. «И оба просто громадные», – поюжился Чиби. «Наш район становится опасным», – пискнула Шира, взволнованно потирая свою белую мордочку. «Настало время подыскать новое жилье», – подвел итог Гуре. Остальные с ним согласились и решили обследовать окрестности. Первым делом друзья осмотрели небольшой уголок возле тротуара, но его нельзя было назвать надежным убежищем. «Здесь слишком много ног», – высказал общее мнение Чиби. Другое местечко было вполне симпатичным, но когда Гуро и Куро решили его обследовать, оказалось, что там полным-полно других мышей и свободных мест нет. После долгих поисков мышата оказались у подножия горы. Огромной горы вещей, которые когда-то выбросили люди. «Ух ты! Да это же просто клад!» – обрадовался Куро. Но прежде чем приблизиться к сказочным сокровищам, все пятеро осмотрелись, принюхались и прислушались. «Безопасно! Никаких котов!» – и друзья кинулись вперед. Чего здесь только не было – блестящие винтики, старые игрушки, велосипедное колесо, катушки, гвоздики, трубы, банки, коробки и даже испорченные часы. «Я хочу остаться тут навсегда!» – воскликнул Гуре. «Смотрите, сколько вокруг вещей! Давайте построим из них дом прямо здесь!» Друзья горячо его поддержали и, не теряя времени понапрасну, тут же приступили к делу. «Толкай часы сильнее, Тара!» – пыхтел Гуре и тянул веревку изо всех сил. «Мы почти на месте!» «На земле бывает сыро», – заметил Кура. «Мы должны построить дом на пеньке». «Тогда я сделаю настил», – подхватила Шира. «А потом построю лесенку, чтобы взбираться на него». Мышата нашли большой красный стул, прикатили его к своему будущему домику, подняли наверх и перевернули. Получилась отличная крыша, а все сооружение уже стало похоже на домик. Но впереди у друзей было еще очень много работы, ведь столько всего нужно поднять, соединить, прибить и закрепить. «Эй, Тара, осторожнее с черепицей!» – волновался Чиби. Тара только усмехался в ответ. Он знал, что веревки прочные. «Шира, зачем тебе этот цветочный горшок?» – спросил Кура, стуча молотком по крыше. «Мы можем использовать его для сбора дождевой воды», – объяснила Шира. Мышата присоединили к горшку трубу, и у них получился настоящий душ. «Ура!» – закричали они хором, а потом принялись напевать. «Мы, мышины, строим дом, теплый дом, славный дом, нам уютно будет в нем,
славно заживем. Казалось бы, на что годны сломанные часы? Но если проявить немного смекалки и изобразительности, из них выйдет замечательная кухня и просторная кладовая, в которой можно разместить столько вкусных вещей. «Чиби, а стеклянные шарики нам пригодятся?» – спросил Тара. «Конечно, для комнаты дневного отдыха», и друзья украсили старую лампу разноцветными шариками. Теперь солнце попадает под лампу через цветное стекло, и комната наполняется мягким волшебным светом. Как приятно будет вздремнуть здесь после обеда. Старые велосипедные шины тоже пригодятся. Из них получится отличное чертово колесо. Ветер будет крутить его, как мельницу. Можно кататься целый день. Это настоящий парк развлечений во дворе. Пятеро мышат без устали трудились целую неделю. И в один прекрасный день все было закончено. Теперь у них был замечательный мышиный дом, построенный собственными лапками, и все пятеро им очень гордились. Вечером довольные друзья улеглись в свои постельки и вдруг услышали очень страшный звук. Мяу! Это был огромный кот. Он запутался в ловушке, которую соорудили мышата. «Ой, я боюсь!» – запищала Шира. «Он может нас съесть!» «Будем бороться!» – воскликнул Тара. «Дернем его за хвост!» «А мне его жалко!» – сказал Чиби. «Он же в западне! Мы, мыши, лучше всех знаем, что значит попасть в ловушку!» И мышата стали грызть веревки, чтобы выпустить на волю несчастного пленника. Освобожденный кот не спешил убегать. «Спасибо, что пожалели меня», – сказал он. «Могу ли я чем-нибудь вам помочь?» И мышата придумали. Теперь у друзей есть все, что нужно. Теплый сухой домик для отдыха, уютный дворик для развлечений и настоящий сторожевой пес. Нет, точнее, верный сторожевой кот. Спасибо за внимание.